Добрый день, уважаемые гости! Мы рады приветствовать сегодня всех, кто принял наше приглашение и пришел на торжество. Одно из старейших учебных заведений России, Ижевский государственный художественно-промышленный институт, отмечает свое 110-летие. Этой дате посвящается открывающийся сегодня третий международный фестиваль художественной керамики. Уважаемые гости, во-первых, позвольте вас всех поприветствовать и поздравить с замечательным юбилеем, со 110-летним юбилеем Ижевского художественно-промышленного института. Наш институт это уникальное учебное заведение с большим историческим прошлым и, конечно, с традициями, которые идут с далеких-далеких лет. Сегодня мы в это сегодня, слушая рассказ и об истории института, о становлении, о ее мастерах, о тех высоких результатов, которых добился и коллектив, и высоких результатов студентов, ну, можно только радоваться, потому что люди работают, отдавая всю свою душу, передавая все свои секреты мастерства, и делают они это по призванию и от чистого сердца. Поэтому с праздником вас!